Профсоюзные правовые приемы завтра пройдут в организациях будовничей галины. Инспекторы окажут бесплатную юридичную допомогу. Юристы Федерации профсоюзов проведут консультации по питаниях, связанных с обороной працовных правов и социально-экономичных интересов. Будовничая галина обрана не выпадково. Работы в этой сфере носят сезонный характер. У зимовый период можно сутыкнуться с такими проблемами, как переводы на иншие виды работы альбо неполная занятость и, как следствие, зменьшение оплаты працы. Нагадаем, с листопада, что месячные выездные профсоюзные приемы проходят по галиновым принципе. А пошние были на предприемстве размещенных у сельской местности.